Spice. Именно так называлась группа в переводе с английского «специя», в которой начинал Дэвид Байрон, которому сегодня день рождения. Это легендарная группа Eurohip. Это в последующем, потом позже он стал петь в этой группе. А до этого он пел в группе Spice. Дэвид Байрон. Настоящее имя его Дэвид Гаррик. И всемирную известность получил как вокалист группы Eurohip. Я в руках держу сборник, выпущенный в Германии. Здесь в этом сборнике вошли все вот эти вот видео на двух DVD-шках. Здесь собраны за разные периоды все песни группы Eurohip. Очень здорово иллюстрирована эта книжица. Выпущена она в ограниченном издании, дополнена текстами. Весьма-весьма интересное коллекционное издание. Листом этой группы он был с 1969 по 1976 года, с которой записал 9 первых студийных альбомов. И потом он ушел из этой группы, пытался начать сольную карьеру и в какой-то момент отклонил приглашение. Ну и как мы все знаем, это пишется везде, то есть человек этот спился и умер в 1985 году после тяжелой формы алкоголизма. Так что сегодня ему дата его рождения. И, конечно, хочется послушать его песни в его исполнении, этой группы. Солисты потому что менялись, но самые лучшие, я считаю, были треки с его участием. Так что с днем рождения, Дэвид Гаррик.